Хочу пожелать себе без травм, в первую очередь, побольше голов забивать. Больше, чем в том сезоне позапрошлом. Максимум 10 мячей. Вот. Ну, а команде ярких побед. Вот, потом, чтобы Женя Мишарин без травм много мячей тоже забивал. Алимау, чтобы хорошо играл. Ну и Дмитрий Прудник, чтобы восстановился и забивал, помогал команде. Наш капитан.